«Вместе мы сильнее». С таким лозунгом Всемирной организации диабетиков по жизни шагают миллионы больных этим недугом жителей планеты. По признанию руководителя общества инвалидов-диабетиков Ленинского городского округа Елены Воробьевой, именно общение и поддержка помогают справиться с болезнью. В этом году общественная организация отмечает 25 лет. Диабет страшен для первого и второго типа, он страшен осложнениями. То есть, если человек контролировать не будет свой диабет, это относится и к первому, и ко второму типу, то будут куча осложнений, которые, собственно говоря, приведут к ранней инвалидизации и ранней смерти пациента. Поэтому наша задача, вот я вижу, в том, чтобы просвещать, говорить о том, что это... Очень важно вести самоконтроль. За годы существования общественной организации удалось очень многое сделать. Развивается просветительская деятельность, ведутся консультации специалистов, члены общества занимаются самым пригодным для диабетиков спортом – скандинавской ходьбой. Вместе путешествуют и увлекаются творчеством. Среди людей с диабетом вообще очень много талантов. Очень много талантов, которые и поют, и танцуют, и пишут стихи замечательные. У нас же есть направление, одно из направлений – это творчество. Театральный кружок у нас образовался. То есть мы пишем такие незамысловатые сценарии и сами их воплощаем. То есть мы готовим костюмы, мы показываем, допустим, у нас успешно, так сказать, прошел спектакль в Центре социального обслуживания. Ленинская организация инвалидов-диабетиков одновременно реализует несколько успешных проектов. Создан чат «Равная поддержка», где люди, страдающие диабетом, обмениваются опытом, проходят онлайн-семинары в рамках программы «Телемедицина». Для семей, воспитывающих детей с диабетом. Особенно это полезно для тех, кто болеет недавно или немножко давно проходил школу диабета. То есть это врачи в режиме онлайн-конференции проводили занятия по различной тематике. И помповой терапии, и правильное питание, и даже кулинарный практикум был. Весь накопленный опыт Елена Воробьева решила объединить в один обширный проект и подать его на соискание губернаторской премии «Мы рядом», которая как раз и направлена на реализацию социальных инициатив. Диабет стал такой пандемией 21 века. То есть заболевает очень большое количество людей. И если мы не будем обращать внимание на то, что как мы питаемся, как мы вообще живем, то есть физические нагрузки. То есть я боюсь, что эта болезнь захватит большое количество людей. В случае победы Елена хотела бы продолжить развивать программу телемедицины, ведь, по ее мнению, в это непростое время ограничений очень важно дать диабетикам возможность, не выходя из дома, получать консультации эндокринологов. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.